Привет, ребята, опята, меня по-прежнему зовут Дарья, в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. Сегодня мы с вами будем разбирать кусочек по табам и по аккордам песни группы Король и Шут под названием «Безумец и молнии» или «Дурак и молнии». Короче, везде по-разному пишут это название. Если тебя интересует какой-то конкретный вариант исполнения этой песни, то на тайм-коде все это описала. Нажмякай, куда тебе надо. Ну а перед началом этого разбора обязательно проверь, подписан ли ты на мой канал, потому что мы с Пепочкой будем очень сильно огорчены, что ты до сих пор не в нашем укулеле-комьюнити, собственно. Ну а сейчас бери укулеле в руки и погнали учиться. Сейчас с вами разберем вариант, где у нас аккорды и нужно петь. Для начала, как оно у тебя будет выглядеть? Грохочет гром, сверкает молнии в ночи, а на холме стоит безумец и кричит: сейчас поймаю тебя сумку, и сверкать ты будешь в ней. Мне так хочется, чтоб ты стала моей. Ух, как грозно! Давайте разбирать. Разбор на укулеле. Начнем мы, как всегда, с аккордов. Их тут всего 4 штуки. Первый аккорд – аккорд фа. Зажимаем с вами четвертую струну на втором ладу, а вторую струну на первом. Следующий аккорд – аккорд Е7. Потому что мы Е не умеем играть, поэтому играем Е7. Зажимаем с вами четвертую струну на первом ладу, а третью и первую струну на втором. Следующий аккорд – аккорд С. Зажимаем с вами первую струну на третьем ладу. И последний аккорд, аккорд АМ. Зажимаем четвертую струну на втором ладу. Получается фа, Е7, С и АМ. Такая последовательность у нас с вами будет на первые две строчки. На третью и четвертую строчку мы играем без С. То есть получается фа, Е7 и АМ. Сейчас мы будем все петь со словами, поймешь, что происходит. Это у нас, собственно, аккордики. Далее, что мы будем играть в правой руке? В правой руке все довольно-таки банально. Играем бой шестерочку или другой любой бой, который умеете играть. Играем шестерку, получается, вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Еще раз. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И получается... Еще раз вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Чуть медленнее. Это у нас что по аккордам и бой? И все, в принципе, можно собирать. Получается. Грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит на вот третью строчку, где мы играем аккорд АМ, вы можете сыграть вот этот полный бой два раза. Можете вообще на последнюю строчку играть по удару вниз, чтобы было прям жестко. Или можете уже с третьей начинать строчки играть жестко. То есть как будет выглядеть этот вариант. Грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумец и кричит. Пошел хардкор. Сейчас поймаю тебя в сумку, и сверкать ты будешь в ней. Мне так хочется, чтоб ты стала моей. Да, то есть на последнюю строчку можете сделать удар, типа «Мне так хочется, чтоб ты стала моей». А на третью строчку или простой бой, или просто удар вниз. Короче, у вас опять раздолье для творчества. Выбирайте тот вариант, который вам по душе угоден. И кусок этой песни у вас уже будет готов. Разбор на укулеле. И поэтому этот аккорд мы ставим следующим образом. Пепа, что у тебя там такое? Это же мой интерактивный сборник по укулеле для начинающих и продолжающих, где написана вся нужная тебе информация без лишней воды и в виде картинок. Ну а если навести телефон на QR-код, то откроется видео по данной теме. Вся подробная информация по содержанию и как его приобрести по ссылке в описании. И эту мелодию мы с вами будем играть сейчас по табам. Если кто не знает, что такое табы и не помнит, и вообще как это играется, то у меня есть целый видос на канале, обязательно его посмотри и возвращайся сюда. А сейчас вариант для тех, кто любит играть пальчиками.
самом-то деле тут не так все и сложно. Мы начинаем с вами играть с первой струны. Сначала мы играем на третьем ладу. Затем мы играем мизинчиком на шестом. Да, желательно всю ту аппликатуру, то есть какими пальчиками я сейчас вам буду играть нужный лад. Так, пожалуйста, и играйте ненужную. Все, играйте, пожалуйста, одним пальчиком, не убивайте меня. Так вот, мы начинаем с вами играть первую струну сначала на третьем ладу. Затем на шестом. Затем опять на третьем. И далее зажимаем четвертый лад на второй струне. То есть... Угу. Далее у нас с вами идет кусочек, где мы играем открытую третью струну. Затем продолжаем с вами играть на первой струне третий лад. Затем первый. Затем два раза четвертый лад на второй струне. Угу. Затем опять мы играем первую струну на первом ладу. На третьем. И возвращаемся на четвертый лад. Теперь давай все вместе в медленном темпе. Угу. И этот кусочек мы повторяем с вами два раза подряд. Пошел дальше кусок. Ну а далее мы с вами играем все на первой струне. Я не думаю, что вам нужно прям тут все разжевывать. Все на первой струне. Цифры это у нас лады. Давай в медленном темпе покажу, что у тебя сейчас должно выглядеть. Угу, у кого сейчас сопрано покинули чат? От начала до конца в медленном темпе. Теперь чуть быстрее. Так вот оно у тебя будет выглядеть. Да, что-то тут вообще замудрила Дарья, как всегда. Но если вы чуть-чуть попрактикуетесь и поиграете все это по кусочкам, а не все в раз от начала до конца, то у вас все получится, я вас верю. Если тебе понравился этот видос, обязательно поставь свой лайк. Напиши в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. И, возможно, в следующий раз мы будем учить твою хотелку. Узнает. Если ты хочешь получить обратный фидбэк от меня по своей укулеле игре, то все очень просто. Учишь любую песню и мелодию с моих разборов, выкладываешь к себе в инстаграмчик и отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы ко мне пришли все оповещения. Также в моем инстаграме каждый вторник в 6 часов вечера по МСК проходят бесплатные прямые эфиры, где я тебя учу каким-то полезностям, общаюсь и самое главное, дарю подарки. Обязательно приходи. Ну а если ты ценишь мои труды и старания и хочешь поддержать меня в финансовом плане, то все очень просто. Можешь приобрести мой сборничек или мой мерч. Ну или просто задонатить на Донаталерс или подписаться на Бусти. Вот как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это. За меня он получит клёвые ништяки и весь раздачный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока.